Александр Симаков. На сцену поднимается Соня Поляк. А к выступлению готовится Гриша Мовшиц. Слышно? Слышно, нет? Я микрофон 100 лет не говорил. Так, ну кто и чё, моя всё женская. А я опять опорудую. Полосатые не только зебры, параллельно не все дороги. Но весной распушатся вербы независимо от залога. Я когда-то носила стразы, джинсы, курточки и береты. Я хотела всего и сразу. Ты меня не любил за это. Стала леди, удался бизнес. Круче тачка, белье дороже. От былого одна харизма. Ты такую не любишь тоже. Мир, однако, удачно скроен. Все пути ведут к эпилогу. Где-то воет сирена скорой. Не к тебе, ну и слава Богу. Молодец. Ой-ой-ой. Вот так, наверное, легче будет говорить. Воробей залетел в скворечню. Мелковат для тебя, но птица. Ты еще хоть куда, конечно. Вот бы он захотел жениться. Угодил ты не в развалюху, осмотрелся внутри, снаружи. Ты полы утеплила пухом, и поблизости все, что нужно. Размечталась, птенцов бы пару, червячка приносил бы в клювик, и на зависть воронам старым чик-чирикал про то, как любит. Ты во время его отлучек не глядишь на самцов пернатых. Показался тебе он круче, чем иные из неженатых. О полете на юг запела, под Москвой тепло скоротечно, только он и душонкой мелок залетает во все скворечни. Соня Поляк.